Здравствуйте, ребята! Ну что, сегодня мы к зайке Матвею полетим на самолете. Приготовили вот такой самолет, такие красивые крылышки. Готов самолет? Полетели. Самолет летит, самолет гудит. Летим вверх. У-у-у-у. А теперь вниз. Я лечу, лечу. Командир, пилот, самолет ведет. У-у-у-у. Я лечу, лечу. Прилетели? Вот мы и у домика. Давайте сейчас постучим к зайке вот так. Будем стучать, как я. А теперь вы так же постучите. Не открывает зайка. Давайте еще вот так постучим. А теперь вы так же постучите. Вот, и появился наш Матвей. Привет, ребята. Привет, 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 Матвей. Что говоришь? Да. Ребята, а вы знаете, какой у зайчика любимый салат? Да, из чего? Из капусты, правильно. Готовьтесь. Будем делать зайчику его любимый салат. Мы капусту рубим-рубим. Мы капусту солим, солим. Мы капусту трем, трем. Мы капусту жмем сильно, жмем. В тарелочку положили, зайчика угостили. Ням-ням-ням. А вы можете сделать вот такого зайчика. Ушки сделайте, как у Матвея. Ешь, зайка, салат. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Наелся. Ешь, Матвей, салат. Ням-ням-ням-ням-ням. Съел Матвей. Какой вкусный был салат. Слышишь? Тебе кто-то стучит. Ой, кто же это? Давай посмотрим. Едет, едет, едет. Посмотри, кто приехал. Да это же Соня приехала. Давайте поздороваемся. Привет, Соня. Выходи, Соня. Соня приехала в гости к Матвею. А на чем она приехала? Да, она приехала на машине. Ну вот беда. У машины спустилось колесо. Давайте мы, ребята, поможем. Накачаем машине колеса. Для этого нам понадобится насос. Приготовили ручки и покажем, как у нас работает насос. Вот так работает насос. И насос умеет свистеть. Губки улыбаются. Накачиваем колеса. Улыбнулись. Стоп! Сколько колес накачали? Одно. А теперь будем накачивать второе колесо. Приготовили насос. Губки улыбаются. Накачиваем. Стоп! Накачали второе колесо. Наверное, надо еще машину заправить бензином. Давайте мы с вами приготовим бензоколонку. Нам нужны детали. Лего. Посмотрите, какая у меня будет бензоколонка. Желтая деталька. Синяя. Шланг такой и шнурочка. Красная. А сверху будет зеленая. Так, вот такая бензоколонка. Сделайте, ребята, такую же, как у меня. Желтая, синяя, красная, зеленая. Вот такая бензоколонка и шланг. Будем наливать бензин. А бензинчик у нас наливается и свистит. Губки улыбаются. Давайте еще поможем налить бензин. И еще чуть-чуть нальем. Все, показали полный бак. Вот сколько бензина. Так, машина наша готова. Можно ей уезжать. Уехала наша машина. А Соня-то, посмотрите, принесла большую сумку. Давайте посмотрим, что же у Сони спряталось в сумке. Ой, достану, достану, достану. Посмотрите, кто же это? Снеговик. Поставлю к Матвею. Снеговик. Ой, Матвей, сиди. Матвей, сиди, не падай. Ребята, скажите ему. Сиди, Матвей. Сиди. Что же еще? Ну-ка посмотрю. Ух ты! Что же это такое? Да это же санки! Санки у Сони! Ой, еще что-то есть? Достану. Смотрите, какая красивая. Маленькая сумочка. Поставлю к Соне. Сумочка. Так, что-то еще есть у Сони. Давайте посмотрим. А вот это... Сковорода. Сковорода. Так, пусто? Нет. Смотрите, что я еще нашла.
Буква? Соня, это же твоя любимая буква? Да, буква... Ой, упала. Положу на саночки. Буква С. Все, смотрите, сумка пустая. Давайте проверим, что же Соня привезла. Что у нее лежало в сумке? Маленькая сумочка. Сковородка. Буква С. Санки и снеговик. А сейчас Сонины игрушки поиграют с нами в прятки. Раз, два, три. Не смотри. Крепко-крепко закрыли глазки. Раз, два, три. Посмотри. Ой, что же у Сони спряталось? Что-что? Что вы говорите? Сумочка. Точно, вот такая маленькая сумочка спряталась. Отгадали. Давайте еще раз. Раз, два, три. Не смотри. Крепко-крепко закрыли глазки. Раз, два, три. Посмотри. Давайте внимательно-внимательно посмотрим, что же у Сони спряталось. Отгадали? Это же санки. Ну, давайте еще разок поиграем. Раз, два, три. Не смотри. Закрыли крепко глазки. Раз, два, три. Посмотри. А теперь что спряталось? Что-что? Да, спряталась сковородка. Так, Сонечка, посмотри, у меня есть большая буковка. Ой, какая большая красивая буква С. Давайте покажем ее из пальчиков. Нарисуем полукруг. Буква С возникнет вдруг. Вот такая красивая С. И здесь, посмотрите, у Матвея много таких букв С. Матвей? Матвей, просыпайся. Так, Матвей решил приготовить Соне вот такие бусы. Что, ребята, он приготовит Соне? Бусы. А на каждую бусинку мы сделаем буковку С. Вот так. И сюда. И сюда. И сюда. Получились бусы для Сони. Складывает свои игрушки. Давайте, что же она убирает? Убирает сумочку. Убирает сковородку. Убирает снеговика. Убирает санки. И буковку маленькую уберет. До свидания, Соня. Топ-топ-топ-топ. Машите ей ручкой. До свидания, Соня.